Здорово, клышеры, с вами как всегда я, Арман, и сегодня, ребят, мы будем открывать сундучки, бесплатные сундучки на моем аккаунте. И да, ребят, я наконец-таки снимаю ролик на своем аккаунте, давненько я этого не сделал, так что обязательно ставьте лайк, если вы хотите увидеть вот больше роликов на моем аккаунте. И, конечно же, ребят, давайте сделаем так: если вы в течение 3 секунд успеете поставить лайк под этим роликом, то вы в скором времени получите новую легендарку магического лучника. У меня это единственная легендарка, которая недоступна, так что если вы хотите, давайте я сейчас начну отчет, а вы ставьте лайки. Итак, в общем, погнали, ребятушки, готовьтесь, чтобы поставить лайки. Так, 3, 2, 1. Все, ребят, надеюсь, вы уже успели поставить лайки. Если это так, то ждите свою легендарочку, а точнее магического лучника. Вот, ну и, конечно, если хотите попасть в следующий ролик, как вот эти чуваки, то можете написать какие-то крутые комменты, и, возможно, именно вы будете в следующем ролике. Но мы сейчас давайте начнем. Какие, ребят, сундучки у нас будут? Вот такие вот бесплатные сундучки. Мы, кстати, будем еще и воспользоваться вот этой акцией. Блин, опять текст как-то... Блин, что это за хрен? Бесплатно написано, но как-то кривовато, пол текста не видно. Хрен его знает, что тут происходит. Но во всяком случае, давайте возьмем бесплатное золото. Конечно же, на 7 дней. Бесплатную эпическую карту возьмем. Почему бы и нет, да? Ускорение не действует. Ага, окейшки. Ну, кроме этого, другие две, мне кажется, прям очень-очень-очень бессмысленные. Так что... Вот, берем клон спелчик. Ну, можно было что-то получше там поставить. Ну ладно, открываем еще бесплатный сундучок. Бесплатный сундучок. Ох, сегодня у нас эпическое воскресенье. Ну, не знаю, вот когда выйдет этот ролик, если честно, наверное, понедельник. Не, не понедельник. Ну, не знаю, короче, напишите, какой сегодня день. Короче, снимаю я видосик в воскресенье. Так что вот такие вот задержки, ребятушки. Вот, ну ладно, эти сундучки я открывать не буду, я собираю тут коллекцию сундучков, так что посмотрим, когда все это дело у меня будет готово. Ну а я сейчас что буду делать, ребят? Я сейчас буду попросить у своих заклановцев арбалет. Давайте попросим арбалетик. Так, ну где арбалет? Вот, арбалетик попросим. Ну и, собственно, будем открывать бесплатные сундучки. Почему бы и нет? В общем, открываем сначала сундучок с молнией. Посмотрим, какие тут карты будут выпадать. Ну, блин, ребят, то чувство, когда открываешь на твоем аккаунте, ты знаешь, что тебе надо, что тебе не надо. Вот, так. Ага. Блин, прикиньте, вот ни один из этих карт мне не надо. Так, бочка со скелетиками вообще прям нахрен не надо. Мартирочка тоже нахрен не надо. Так, варвары, блин, ну чё за хрень? Давай хотя бы арбаль... Ну чё за хрень? Давай фаербол хотя бы, мини-пека. Ну чё это за... Блин, ребят, попались карты, которыми я вообще не играю, ребят. Вот так. Вот так вот. Лол. Ну ладно, давайте сейчас откроем еще наш сундучок клана. Золото сейчас, прикиньте, Лего выбьем, вообще жесть будет. Ракета, хорошо. Банда гоблинов тоже неплохо. Гоблины такой себе. Ледяной дух и сборщик эликсира. Окей. Повозка с пушкой. Ну, карты, которые я не играю. Вот единственная карта, это ракета, с которым я сейчас играю. Ну и, конечно же, ребят, наш магический сундучок. Что-то я в последнее время путаю магический с эпическим. Так что давайте будем открывать. Посмотрим, возможно, Лего будет, возможно, нет. Скорее всего, не будет, но ладно, надежда умирает последним. В общем, огненные духи. Колдун, Валька, подрывничок, банда гоблинов и опять-таки безлей. Ну, блин, что за хрень? Стражи, ну зачем мне стражи? Ну, эх. Опять-таки бесполезные, прям совсем-совсем бесполезные карты мне выпали. Так что давайте-ка сейчас мы пойдем и будем играть в несколько каточек. Кстати, тут в магазине, да, у нас нихренашеньки не появился. Ну, в общем, погнали. Посмотрим, сможем ли тут подняться или же нет. Играем против 11-го чувака. Ну почему? Почему против 11-го играем мы? Ладно. Начнем, пожалуй, с мега-миньона. Мега-миньон пошел. Мега-миньончик, красивчик просто. Так, тут у нас, ребят, ситуация не из самых лучших, так что давайте как-то попробуем отдефаться сейчас. Ну, у нас нихренашеньки не получается. Ладно,
Поставим печку. Сейчас чувак на нулях сидит. Вот хотя бы это мне радует. Хотя не, не совсем на нулях. Так что вот так вот. Потише, потише. Нам надо как-то умудриться, ребят, арбалет поставить. Так, о, хорош. Проходит чувак наш. Проходит, но почему-то скелетиков, ребят, он не бьет. Почему-то. Ладно. Королевский гигант. Королевский гигант, ребят, это не очень-то хорошо. Я бы даже сказал, очень плохо. И сейчас, скорее всего, будут миньончики, я так думаю, да? Но с какой стороны именно, я не знаю. Скорее всего, с левой стороны, потому что с левой стороны вышечка у меня довольно-таки неплохо покоцана. Угу, да, вот. Вот это прям супер. Вот это прям супер. Печка прикрывает мне прям очень хорошо. Ну и сейчас, ребят, самое главное, как-то хорошенечко нам надо провести свой арбалет. Ну, как это сделать, я не знаю пока что. Может, сейчас прям поставить. Сейчас, хотя Грэмовер разбудит. Ну, ладно, в общем, хрен с ним. Ставим, еще и прикрываем, еще и ждем. Да, ребят, смотрите, арбалет проходит. Арбалет проходит, еще вот бревнишко вот так вот. Ай-яй-яй, есть такое дело. Только б не коргик, только б не коргик. Ну, есть такое дело, ребят. Минус вышечка практически. Давай, чувак, хорош. Хорош. Вот что, что значит, ребят, провести арбалет. Вот это прям жесть. Арбалет прям тащит по-жесткому. Сейчас, скорее всего, у нас битва будет за вторую вышечку. Но вопрос в том, как мы сможем все это дело организовать, ребят. Можем ли вообще мы этого сделать, или же все-таки не сможем. Так, от Кургига мы отдефлись вроде как. Хотя не так, как хотел бы, но все же вроде как так более-менее получается. Сейчас миньончиков надо держать как-то подальше от нашей вышечки, что ли. Так, есть такое дело. Еще вот так вот. Оу, скелетики сейчас будут, да? Скелетиков давай поставь. Не, не поставил скелетиков. Так, громовержец, отдефаемся. Да. Так, 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 иди дохрен. 300, ох-ох-ох. 5, 4, 3, 2, 1. Иди, чувак, нахрен. Арбалетик затащил. Нормально. Не, ну на самом-то деле я не думал, что у нас есть вообще шансы затащить, но чувак тут... Ну, не знаю, удивился, что ли, увидев арбалет, не знаю. Но во всяком случае, выиграли, это хорошо. Сейчас давайте сменим на воздушную колоду и попробуем каточку еще затащить с нашей воздушной колоды. Играем на этот раз против 9-го левела. Ох, как же давно я не играл чуваков, а против чуваков, у которых 9-й левел. Блин, все время 11-й, 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 это немножко бесит, если честно. Ну, ладно, в общем, погнали. Погнали, ребят. О-о-о, это как-то жестко немножечко. Ну, блин, надо было мне поставить надгробие. Ну, ладно, сейчас потерял хпшечек таки прилично. Можно даже сказать, что вышечку просрал маленечко. Ну, ладно, главное, что сейчас у чувака хпшечек практически... Ой, эликсирчика практически нету. Так что сейчас давайте как-то попробуем провести наших воздушных чуваков. Ага, гончарочка прошла и все. Чувак, это ГГшечка. Гугусик. Гугусик. Гугушечка, во. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Че, может на трешечку сразу? Да не, я не верю. Так изи, что ли? Серьезно? Лол. А я думал, что как-то пожестче будет. Лол, то ли иногда очень-очень изи у меня получается набрать кубки, то ли вообще ни хренашеньки не получается. Вот в чем прикол, ребят, скажите мне, пожалуйста. 3600. Окей, королевский сундучок открываем золотом. Кристаллики, огненные духи, банда гоблинов и эпик скелетики. Ну, хок тоже неплохо, вполне себе, погнали. Еще одну каточку. Надо проиграть, да, конечно же. Надо проиграть как-то в видосике. Вот. Не получается, ребята, у меня хорошо заканчивать видосик, так что это норм. Я проиграю сейчас. Так, ну ладно, с чего бы нам начать? Давайте-ка начнем с миньончика, с мега миньончика. А какую ответочку, ребят, мы получим?
Я не знаю. Ох, печеночка. Хорошо, что я не взял колоду с арбалетом, потому что, ребят, получается против пеки арбалет бессилен. Точнее, колода с арбалетом прям бессильная. Очень. А вот тут довольно-таки, ребят, неплохая, так скажем, да? Так, сейчас смотрите, что мы делаем. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Угу, шахтер, давай громовержца ушатай. Угу, неплохо, ребят, вполне себе, ребят. Неплохо, тут у нас вроде как получится что-нибудь сделать. Да, отдефались, и сейчас идем на контратаку, хотя хрен тут они контратака у нас. Ну, во всяком случае, мы отдефались. Не, ну тычку получили от гоблина-копейщика, но ничего страшного. Сейчас наша очередь, ребят, атаковать. С какой стороны, вот я пока что не знаю. Давайте, скорее всего, с этой стороны, потому что вот когда с этой стороны, ребят, выпускаете вы... Ай! Блин. Ой-ой-ой, вот это была жесть. Вот когда с этой стороны выпускаете, ребят, гончу, то чувак вначале прям не видит, что там творится. Вот. Так, над гроби вот так вот поставим. Сейчас громовержец, скорее всего, будет. Шахтер. Шахтер у нас будет прикрывать немножечко нашу гончу. Ну, совсем-совсем немножечко, ребят. Очень-очень немножечко. Так, может, дракошечку скинем сюда? Угу, не получился. Не получился так, как хотел бы, но смотрите, адские щенки делают свое дело. Молодцы, красавчики, смогли сравнить счет, получается. Молодцы. Так, тут бревнишко можно кидать. Бревнишко, давай еще громоверсу возьмем. Да, ребятушки, громоверсу тоже взяли. Сейчас отдефаемся, ну не прошел. Не прошел твой фаерболчик, и тыка от хога проходит. Блин, печалька. Ладно, прикрываем нашу гончарочку. Еще кидаем вот шахтера. Ну, шахтер, скорее всего, да, на вышечку пойдет. Окей. Фаербол. Сойдет. Так, гоблины у нас еще. Ой-ой-ой. Жестко, конечно, немножко получается, но все же думаю, что мы сейчас сможем хотя бы как-то тут затащить или пытаться затащить, что ли. Так, шахтерик пошел. Так, хогушка, сдыхаем. Давай, шахтер, шахтер, красавчик. Ну, все. ГГшечка, ребят. 3-2, этим все. Затащил. Опять затащил, не знаю как. Ну, получился затащить. Нормально. Мне понравился, ребят. Ну что ж, такое очень редко бывает, что я 3 катки подряд выигрываю. Так что обязательно ставьте лайк под этим роликом. И, кстати, да, если кто-нибудь хочет написать, ну бы играть не умеешь, ребят. Я ютубер, я не проигрок, так что я играю на фан. Так что как-то так. Ну, остальное... Сделайте выводы сами. Ну, а на этом я заканчиваю наш сегодняшний ролик. Всем спасибо огромное за просмотр. С вами, как всегда, я Армон. Всем удачи, ребята. Всем пока.